Всем привет! Сегодня мы посмотрим на новый вид уведомлений для iPad в стиле Growl, который реализуется с помощью твика Notepad. В настройках можно выбрать, с какой стороны экрана будут видны сообщения, анимацию и появление, а также воспроизводить ли звук при их поступлении и настроить автоматическое или ручное исчезание. В зависимости от того, какой метод показа уведомлений выбран в настройках для конкретной программы, вы увидите новую оболочку, если включены баннеры, и не заметите изменений при режиме напоминания. Это был обзор Notepad на ukrainianiphone.com.